Приветствую всех, с вами Тормод, и мы продолжаем сегодня играть в замечательную игрушку Sheltered. Ну что ж, давайте переходить уже к игре. Так, я поставил игру на паузу. Так, давайте подтвердим все и снимаем с паузы, смотрим, что у нас происходит в нашем убежище. Я вспоминаю, прошлая серия у нас была, к сожалению, позавчера. Я вчера не успел снять Sheltered. Ух, электричество. Так, девочка обязательно у нас добавит топливо. Мамаша у нас вызванивает всех. Сколько у нас? Всего 4 канистра осталось. Блин, надо бензин покупать. Бензин. Быстренько взглянем на карту. Сколько дней прошло с последнего сбора. Ух. Да, нам нужно бы кого-нибудь посылать в город. Благо у нас появился очень большой рюкзачок. А с большим рюкзачком оно всегда приятнее. Так, Рональд у нас спит, отсыпается. Все остальные, ладно, отдыхают. Ладно, Рональд, когда поспишь, мы тебя опять отправим. Если у этого человечка есть противогазы, либо пластик, мы обязательно у него их приобретем. Так, давайте. Ух, нет, уже сразу же видно. Зато у него очень неплохие характеристики. Здравствуйте, я ищу убежище. Вы можете помочь, я здоровый и трудолюбивый. Вот, честно сказать, формулировка его отношения мне уже нравится. Я уже готов его принять, но, хей, есть одно но. Нас и так достаточно много. Хотя, блин, какие хорошие. У него и семерочка. Они бы вдвоем бы столько бы всего бы понабирали. А давайте попробуем его взять. Нам придется, конечно, еще и фильтр починить. Иначе у нас, смотрите, у нас кислорода-то не очень. 95%. Еще один рот. И уже будет не очень хорошо. Ладно, берем. Заходи. Посмотрим, что ты из себя представляешь. Надеюсь, ты никого не убьешь. Нам нужна будет еще одна кроватка, конечно же. Так. И сразу же пошел в туалет. Кстати, вы заметили, у него, по ходу дела, пистолетик есть. Видели, у него кобура висит. Так, что у нас с водичкой? Я смотрю, черненький дождь закончился. И водичка. Интересно, мы сможем сразу же отправить тебя, например, начать экспедицию? Рональд Брейн, да. Хорошее самочувствие. Повысить уровень верности. Да, вначале нужно повысить уровень верности. Хорошо, надеюсь, ты у нас верный товарищ. С едой, я думаю, мы с вами как-нибудь разберемся. Мамаша, ты как-то хреново вызваниваешь. Блин, он пошел мыться. Ну ладно, мыться это тоже нормально. Давайте на него переключимся. Да, пускай помоется. Потом следующая тебе задача после того, как ты помоешься. Давайте на девочку переключимся. Ты чини. Блин, я тебе же сказал. Ты так и не домылся. Ну ладно. Так, дальше мы отправляем тебя тоже чинить. У нас здесь... Ой, хотя нет. Наверное, может быть, улучшить. Шерсти нету. Шерсти. Нам бы... Да, чтобы мог поддерживать 6 человек. Нам нужно еще... Так, 2 шерсти. Ну, по уму надо было в самом начале вот это сделать, а потом уже принимать человека. Но мне человечек очень понравился. Особенно по характеристикам. Так, ну мы можем ему долговечности прибавить. Вот такой вариант меня, кстати, тоже устраивает. Срок его эксплуатации, по крайней мере. Пускай она идет и сделает ему долговечность. Так, смотрите, у нас скапливается кислород, но надеюсь, что все будет хорошо. Уже 162. Водный фильтр тоже нужно. Так, он у нас пить хочет. Очистилась водичка? Да, всего 8% осталось. Нормально. А
Здесь мы что можем улучшить? Тут уже все готово. Да, тоже можно сделать, увеличить долговечность. Петли жалко. Петли, петли, петли. С водой, конечно, все хорошо. Но долговечность улучшится. Но петли пока жалко. Так, ой, как-то он долго все это делает. Есть же у нас же инструменты, по идее, должны быть. Переключимся опять на него, Брайна. Так, 84. На складе больше нет воды. Так, снимай костюм. Все хорошо. Сейчас у нас попьет Рональд. Все, молодец. И идешь в экспедицию. Сын, дочь, Рональд. Следующий человек. Жалко, я не могу тебя с собой взять, Брайана. Да? Да, не могу. Ну ладно, пойдешь один. Пока идет дождик, нужно заказывать. Так, надеюсь, что ты соберешь хорошо. У тебя теперь есть большой... Вот так вот мы тебя отправим. Ну и хватит, наверное. Требуется ему 37 воды всего. Блин, как-то мало ты. Будем дальше вызванивать торговцев. Может быть, кто-нибудь к нам придет. Подтвердить, с собой мы тебе даем большой рюкзак. Нет, все-таки большой рюкзак. 8 ячеек, здесь всего 4. Так что, может быть, он нам побольше всего принесет. Гвозди. Блин, конечно, веревки хочу. Веревки. У нас цемент есть. Канистры. Что бы тебе еще взять такого? А, топорик. Топорик. Будешь себя защищать, если что вдруг произойдет. Ну и все, наверное. Конечно, ты можешь опять вернуться радиоактивный, но у нас 2 таблетки осталось. Кстати, этого мало. Мало, мало. Но сделаем еще упор. Будем собирать шерсть и пластик и изоленту. Подтвердить? Да. Отправляем тебя. Все. Вперед. Вперед навстречу. Ах, мамаша, тебя бы сменить. Давай мы тебя сменим. Иди спи. Доча. Давай, передавай для торговцев. Так, все у нас что-то тут бездельничают. Так, чинить. И чинить. Дальше. О. Кто он к нам пришел? Да-да-да. О, 2 веревочки. Замечательно. Ох. Хорошо, петельки. Давайте позабираем все это у тебя. Еще, наверное, несколько предохранителей возьму. По крайней мере, веревки. Мы сейчас с вами веревки тратить не будем на всякую ерунду. Нам нужно поставить силки, чтобы было мясо. Иначе с голоду умереть перспектива не очень приятная. Так, ну я думаю, давайте все заберем у него. Хотя выключателя у меня тоже не осталось. И предохранители. Давайте посмотрим, сколько у меня осталось предохранителей. Нормально. А вот всего 4 выключателя. Ух. Всего хочется. И не разделить. Веревки обязательно, вентили тоже. Петли 100% тоже. Моторы, ну, это на самом деле не очень важно, моторы. Да я не знаю, что важнее, выключатели или моторы. Сколько у нас моторчиков? Всего 3 осталось, да? Ну, их, по-моему, там неплохо требуется. Ладно, давай я тебе дам... А, нет, воду. Воду. Сейчас можно совершенно спокойно водой торговать, и у нас ее много... Поэтому забирай. Ой, как-то я разогнался.
Вот, 52, хорошо, пускай будут предохранители. Жалко, что ты нам бензина не принес, потому что в темноте я бы не хотел их дергать. У нас еще 5 пружин. Да, соглашаемся на торговлю и ждем следующего. Может, еще кто-нибудь придет и что-нибудь сделает. Папаша, тоже давайте все чиним. Есть что-нибудь там, горшок не надо чинить? Надо чинить. Кота еще кормить пока не надо. Мальчик. Так, 100. Там еще кто-то идет. Это хорошо. А, кстати, ящичек. Давайте-ка мы с вами сделаем ящичек. Так, создать предмет. Да, гвозди и древесина у нас имеются в наличии. Можно даже сделать большой ящичек на 30 ячеек. Ух, мы можем улучшенный селок сделать. Он больше продовольственных пайков дает. И бинокль. Кстати, вот бинокль тоже. И при том, 2 трубы. Эх, надо было тому бинокль дать. Так, палатка. Показатели моего члена увеличиваются на 50% медленнее. Да, палатку потом можно будет сделать тоже. Ладно, начнем с ящичка на 30 ячеечек. Ох, какой маленький ящичек. Давайте складское помещение мы сделаем где-нибудь вот тут. Там пускай маленький ящичек пока стоит. Все, мальчик занят. Папа, может быть, кроватки починим? Да выберись, кроватка. 92... 77. Во. Чини. Девочка, вызванивай. Вон, смотрите, сколько воды у нас идет. Хорошо, что мы все это на воду купили. Кислорода, конечно, минус 20% округляем. Но ничего страшного. На складе больше нет места для воды. Я вас понял. Так, а она так и не сделала, да? Повышение долговечности 2. Транзисторы, да. Ладно, мальчик, это будет твоя задача. Плюс 10 опыта, молодец. Ну и что, стоим с туалетом? А, это не у тебя, это у спящего. Рацию, давайте посмотрим. О, входящая. Я тут встретился кое с кем. Они хотят поговорить? Нет, не надо пока. Все опять. О, Торма, ты ж хотел. Ну, хотел. Пока будем осторожничать. Я не хочу быстро заканчивать игру. Притом у нас домик на колесах развивается. Так, возвращаемся. Я хотел посмотреть, что нам не хватает. Металл, провода. И еще провода мы 10 штук обещали нашим соседям. А соседи-то у нас, ух. У нас есть один вымогатель какой-то, и который трубы требует. И дамочка, которая хочет проводов. Ладно. Давайте чуть-чуть ускорим время. Ох, нам кто-то идет. Давайте встретим. Надеюсь, что ты все-таки не нахлебник, а торговец. Да, это торговец. Хорошо, ух, вот это 100% забираем. Бензин 100% забираем, металл забираем. Дальше, смотрим, что у нас нейлон. Нейлона у нас 25 достаточно. Рубильников. Рубильников 19, но их я видел там порядочно требуется. И успокоительное. Так, рубильники тоже забираем. И в прошлый раз мы взяли предохранители, на этот раз давайте возьмем выключатели. Вот, 67, и я думаю, мы с вами также будем водой расплачиваться. Все равно идет дождь до сих пор, и воды у нас максимум забито. Я опять разогнался. Так, ну две канистры это неплохо. 68 против 67. Забираем. Все, иду отсюда.
входящая радиопередача. Да, конечно, осмотри дом. Так, мальчик пошел мыться, молодец. Надеюсь, дождик прямо сейчас не кончится. Папа, присматривай за нашим... как тебя зовут-то? А, Брайан, я все забываю, как тебя зовут, Брайан. Присматривай за Брайаном. У Брайана, как только поднимется к нам доверие, будет гулять вместе с Рональдом. Так, в доме что-то... Да, давайте изучим и посмотрим, что там. Вентиль забираем, еду забираем, пластик забираем. Ну, кстати, стеклянный кувшин. Не очень полезная вещь, но, как говорится, почему бы пока что и не взять. Так, хотя давайте все пока заберем, потом уже будем выкидывать. Бревно мне точно не нужно, вот это, я думаю, вообще не особо обязательно брать сейчас. Да, иди дальше, посмотрим, что ты там найдешь. Как меня дождик радует. Давайте прибавим скорость. Предлагаю поставить силок. Так, и займется у нас этим, наверное, сынок. О, входящая радиопередача. Да, смотри. Так, взять костюм и создать предмет. Третьего уровня. Давайте попробуем силок третьего уровня поставить. Ух, конечно, пружины и веревки мы почти полностью с вами израсходуем. Но надеюсь, у него нормально зарядов. Если второго уровня там 4 раза его можно было заряжать. Притом мы можем поставить 3 небольших силка. 3 штучки. А этого только одну. Ладно, я хочу посмотреть, как он будет выглядеть. Давайте вот тут поставим. Все, иди, сыночек. На складе больше нет места для воды. Так, и закончилось. Так, налей, пожалуйста. Добавить топливо. И добавить топливо. Тебе сразу же двойное задание. Иначе сейчас холодильники вырубятся. У нас все мясо испортится. Так, а чинить не надо генератор? Надо. Займись. Верность у него потихонечку растет. Да, давай посмотрим. Ух, опять игрушки, канистра бензина. Изоленту, как я уже сказал, нужно обязательно брать. Цемент, нейлон. Ну, все это такое... Цемент особой необходимости нет, хотя комнату можно было бы поставить. А у нас и так есть 2 штучки, мы можем с вами хоть сейчас комнату поставить. Ладно, давайте пока возьму, посмотрим, что ты дальше найдешь. Так, возможно, это торговец к нам идет. Так, не попался в нашу ловушку? 8 зарядов, кстати, да, нормально получается. Так, мамаша у нас там готовит. Хорошо. Что ты нам принес? А, ты нахлебник. Все, я понял. Нет. Ты хорошо убегаешь. Я верю в тебя. Ты убежишь. Поэтому, Патрик, гуляй. Гуляй, Патрик. Смотрите, дождь все не заканчивается. Блин, может быть, мы еще одну с вами канистру сможем сделать. Так, сыночек, давай посмотрим. У нас есть здесь еще больше канистр, интересно? Нет? Значит, второго. Ах, не хватает резины и пластика. Резина и пластик. Эх. Так, ладно, давайте посмотрим. Должен ли ты посмотреть? Конечно. Так, девочка, я смотрю, что ты уже у нас уставшая.
Блин, сейчас заяц. Ай. Заяц, это нехорошо. Рональд, давай ты. Ой, не улучшишь, ты у нас будешь общаться. Передача для торговцев, а ты у нас кота покормишь. Хорошо, маленькая свалка, изучить предметы. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Гаечный ключ у нас уже один есть. Металл из нужного. Так, а теперь начинаем выкидывать то, что нам не особо нужно. Бревно не нужно, нам больше нужен пластик. И, конечно же, шерсть я хотел собирать. Давайте вместо радио возьмем шерсть. Следующий момент. Резина. Вот по поводу резины, может быть, мы с вами противогазов понаделаем. А если найдем противогазов, то обязательно их тоже возьмем. Хорошо, этого нам хватит. Я понимаю, на уголь там не говорили, что сделай генератор на угле, ну, печку на угле, чтобы она вырабатывала электричество. Посмотрим, где она находится, и, может быть, сделаем, если у нас хватит ингредиентов. Ну, точнее, запчастей, чтобы ее собрать. Все, подтвердить. Блин, долго дождь идет, потом, скорее всего, будет большая засуха. А, ты опять? Да-да-да-да-да-да-да, осматривай, все осматривай. Мы тебя ждем с нетерпением. Так, папаша. Куда ты пошел? А, в туалет? Ну, ладно. Тогда мама. Мама, займись уборкой, пожалуйста. Ты. Так, здесь генератор починен. Всего осталось 3 канистры. Плохо, плохо, плохо. Да, давайте изучим и посмотрим. Фёдора, игрушки, книжки, гвозди. Ну, давайте книжку сейчас возьму вместо кофейных зерен. Остальное нам пока что не нужно. Давайте подтверждаем. Пускай бежит дальше. Да, вот у меня прям такое предчувствие, что скоро начнется засуха. Очень уж долго шел дождик. Уж очень долго. Так, 38-й день. Прошло 2 дня с того, как мы начали серию. Да-да-да-да-да, ты должен все осматривать. И нужно обязательно посмотреть, как с этими домами. Буквально на 4-й день, да, можно будет уже отправить кого-нибудь по ним пробежаться. Так, он пока что у нас, да, вот, он уже в городе тусуется, замечательно. Мамаша убирается, папа с сыночком хренью страдают, как всегда. Ох, заяц, заяц. Пока не буду тебя забирать. Вы посмотрите, сколько у нас возможно. Аж 80 с лишним. Так, да, давай посмотрим, что ты нашел. Конечно же, забираем. Нейлон пока что тоже забираем. Вентили забираем. Еду. Ну, еда пускай будет пока. Пока. Блин, мишек мы скоро опять соберем пятак. Книжки опять. Ну и все остальное. А, не-не-не, канистры. 2 канистры, это очень хорошо. Также зерна, уголь. Может быть, начать потихонечку уголь собирать. Например, вместо цемента. Или вместо стеклянного кувшина. Давайте я начну уголь собирать. Пускай у нас дома начинает копиться уголь. Если будет, конечно, что-то, может быть, мы оружие найдем или еще, то, конечно же, я поменяю. Но на данном этапе, я думаю, мы начнем все-таки собирать уголь. Да, подтвердить. И, папаша, давай посмотрим, где эта печечка. Удалить лишние предметы инвентаря и получить топливо для генератора. Это она? Не она? Не знаю. Давайте посмотрим следующую. Это у нас кухонная плита. Так, импровизированный переработчик. Машина по переработке, с помощью которой можно разобрать предметы на базовые составляющие. Не очень эффективный инструмент, уничтожает большую часть исходного.
тоже не очень хороший вариантик-то. А камуфляж? Кстати, потом можно будет сделать, если мы кожицы наберем. Бронежилетик, ох. Вот хорошая, кстати, плита. И мы ее с вами не можем сделать из-за того, что нужно много металла. Ох, а это что за картина? Успокаивающий эффект? Вот, кофемашина. Эта машина поможет вам приготовить немного чудесного свежего кофе. Кофе утоляет жажду и снимает усталость. Для приготовления кофе необходимо 5 единиц и немного, 5 единиц воды и немного кофейных зёрен. Опять вода. Ох, я бы с большим удовольствием сделал бы набор отмычек, если бы у нас были пружины. А мы, кстати, с вами в путешествии там до сих пор пружин-то и не нашли. Вот, кстати, металлоискатель тоже интересная. И металлоискатель мы можем с вами сделать. Провода, электрическая плата, труба. Ладно, надо иметь в виду. А тут что у нас дальше? Ух, музыкальные автоматы, двухъярусные кровати. Сколько здесь всего? О, ловушка с винтовкой. Датчик движения. Большой холодильник на 40 порций мяса. Так, а как я понимаю, печка, про которую вы мне говорили, это вот... Нет, вот это самое первое. Сжигатель. Ну, у нас все равно металла нету, и, честно сказать, на нее как-то жалко металл тратить. Хорошо, ладно, давайте дальше продолжаем играть. Так, Брайан, ты у нас как-то плохо вызываешь людей. Рональд, магазин цветов. Ну ладно, смотри, магазинчик цветов. Я... Так, девочка пошла пить. Ну, вроде пока все хорошо. Душ не надо чинить. Чини. О, кто-то идет. Давайте сейчас ответим вначале. И посмотрим, какие предметы нам приготовились. Забираем, забираем. Семена для выращивания овощей в рассаднике. Блин, здесь еще и рассадники есть. О, вау. Прикольно, прикольно, очень прикольно. Я просто счастлив. Конечно, взять это некуда пока, но то, что присутствует такая возможность самому выращивать, мне очень нравится. Подтвердить, наверное, все. Вода нам не нужна, известняк не нужен. У нас и так валяется мешок цемента, который я, честно сказать, думаю, потом поменяю на что-нибудь более нужное. Так, где там наш? Ты кто? Торговец или нахлебник? Двое, наверное, все-таки торговец. Давайте, дамочки. Так, у нас еще одно объявление. Да, ты должен посмотреть. Да, для обмена все. Ух, сколько у вас цемента, цемента-то. Но цемент мне сейчас не особо важен. Я, конечно, могу его взять. Но я возьму в первую очередь транзисторы. Мы почти все потратили. У нас их должно было мало остаться. А нет, 12 штук еще. Ну ладно, в хозяйстве пригодится, как говорится. Успокоительные. Древесина. О, у нас, кстати, траблы с древесиной. Давайте заберем древесину. Заберем сухие пайки. Ой, по 10. Как-то... Как-то негуманно. По 10. Ну ладно. 3 пайка. Даже не знаю, блин. Мне как-то не особо хочется брать. Но я понимаю, что у нас все равно с едой-то траблы. И пружин мы все еще не нашли. Рональд у нас все обыскивает, но пружин еще не видел. Ну ладно, и давайте цемента возьмем. Понаделаем комнат.
Предохранители, я думаю, нам пока что не нужны. Что там у нас? Да, 18 штук. Единственное, успокоительное, но недорогие. Кордит я еще не знаю. Это, конечно, для взрывчатки. Ну, скорее всего, динамит делать или что-нибудь еще. 61. Отдаю две игрушки. У нас там Рональд сейчас еще принесет игрушек. Остальное добиваю водой. Так. Вот так вот. Не хочу тратить, дождя нету. Смысл тратить воду. Ух, лучше пока оставим это дело. Ну все, соглашаемся и будем комнатой делать. Сейчас мы скажем мальчику заниматься хорошими делами. Нет, не скажем. Он у нас идет спать. И у нас 77 осталось, да? 77 не очень хорошо. Ладно, девочка. Есть в первую очередь отключи душ. Отключи душик. А то вдруг кто-нибудь захочет пойти мыться, а... Ух, большой магазин товаров. Они хотят поговорить. Не, обойди их и обшарь дом. Дальше. Взять костюм. Пойдемте заберем. Так, сколько у нас здесь? Да, у нас, в принципе, можно мясо складировать. Магазин хозтоваров, да? Мне интересно. Ух, ну вот, давайте начнем с того, что у нас уже есть. О, 4 изоленты, стамеска. Блин, стамеска — это интересно. Так, металл, палка. Ох, а у меня палок нет. Да, я палки не собираю. Но у меня 16 есть. И дерево мы, кстати, обнаружили, что у меня нету дерева. Давайте выкинем мешок цемента. Мы с вами только что приобрели большое количество цемента. И петли. Петли, 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 петли. Петли мы с вами. Блин, вместо чего бы взять петли? Может быть, нейлон? А вот и провода, кстати. Ух. Блин, что важнее, петли или провода? Конечно, провода. Провода поважнее будут. Гвозди или уголь? Блин, тогда уголь не будем собирать. Хе-хе-хе. Все, все, все завязано. Стамеска у нас тогда идет лесом. Хотя... Но у нас и так, в принципе, мы недолго делаем всякие вещи. Притом народу полно, и половину бездельничают. Из-за того, что нету противогазов. Да, давайте мы все-таки уголь откинем, и вместо угля возьмем провода. Провода важнее. Притом нам еще и по квесту надо принести 10 проводочков. А здесь ячейку, наверное, всего 5 влезает, да? Ладно, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Стамеска отдыхает, трубы... Ну, у нас еще 16 штук есть, я думаю, хватит. Подтвердить. Обидно столько всего оставлять. И особенно стамеску. Ох. Так, это у нас выключено, замечательно. Ух ты, опять... Маленький домик, конечно, осматривай. Все, осматривай. Мамаша. Так, подожди. Девочка, я ж тебе вроде бы... А, я не сказал. Я тебя просто переодел, но не сказал забрать кролика. Забери, может, к нам еще какой кролик прибежит. Нет, там никого нету. Показалось. Радиопередача. Я нашел кое-что в этом маленьком доме. Тебе интересно? Конечно, мне интересно. Кое-что, это не совсем то, что я хотел. Все, отдыхай. Так, посмотрим, сколько она мяса у нас соберет. Сказано, что этот селок приносит больше продовольствия. Да, 4 еды и 1 шкуру с 1 зайца. Неплохо. Я бы сказал, да. Да, у нас 26 еды. О-о-о! Еще к нам идут гости. Да, наверное, магазин хозтоваров я хочу осмотреть. Вернуть костюм. Давайте, они к нам. Да, они к нам.
Раз их двое, я предполагаю, что это все-таки торговцы, и мы с вами сейчас хорошенечко поторгуем. Ответить. Да. Ух, резина. Ой, это нам не нужно. Металл обязательно. Изолента. Пружины. Ура, у нас есть пружины, и теперь надо выбрать. Гвоздей у нас 23, а вот сколько у нас рубильников? Рубильников у нас 25. Ну, по-моему, там рубильники в огромном количестве нужны. Блин, вы бы хоть, я не знаю, бензина принесли. Блин, последняя ячейка. Давайте, рубильников больше. Предлагаю тебе две книги. И одну игрушку. Воду. Ну, воду. Я понимаю, что воды у нас много, но я не знаю, как долго у нас продлится эта засуха. А оно может как? Оно может и надолго быть. Поэтому не будем рисковать пока. Давайте. Игрушка у нас еще останется, и пару книжек останется. А, надо добавить еще что-нибудь. Так, не обращайте внимания. У меня тут супруга туда-сюда ходит, поэтому дверьми хлопает. Ох, так. 79, 78. Да, давайте соглашаться. Замечательно. Такой расклад мне уже нравится. По крайней мере, он намного... Ой. Чуть не пропустил передачу. Изучаем предметы. Еще одна стамеска. Ну, я понял, ты меня уговариваешь на стамеске. На стамеске, ластик. Я бы рад взять стамеску. Ты мне дай. Пожалуйста, этот самый... Как он называется? Провода. И что-нибудь еще. Ладно. Пока что хватит. Пока хватит. У нас 4 мишки. Ух, игрушек мы сейчас принесем. С краской нам тоже пока не везет. Но ладно. Ничего страшного. Я все беру. У нас есть более важные дела. И, кстати, может быть, сухие пайки не стоит брать. У нас, в принципе, с едой-то все хорошо. Ох. Я уже начинаю задумываться. Сухой паёк или стамеска? Сухой паёк или стамеска? Стамески-то у нас нету. Второй раз появляется. А потом может вообще не появиться. Ладно, давайте пока оставим еду. Еда все-таки важнее, пускай хранится. Консервы есть консервы. Мясо испортится, а консервы будут жить. Подтвердить передачу. Все. Дальше продолжаем. Котик у нас сытый. Да, самочувствие отличное. Мамаше тоже все хорошо. Ух, опять радиопередача. Так, большая автозаправка. Конечно, осмотреть. Ты че? Их такие. Ой, а у нас... А, нет, они оба были. Я ж думал, они по одному. Ух, водяной фильтр. Так, девочка, стой. Надежность 38. Как мы пропустили такой момент? Иди чини. Обязательно. Чинить, потом, наверное, улучшишь. Все-таки его прочность нам важна. 10 петель и 6 вентилей. Да, давайте мы его долговечность ему прибавим. Опять у нас автозаправку. Рональд добрался до нее. Давайте посмотрим, что на ней есть. Канистры с бензином. Блин, вот сейчас я как раз задумываюсь о том, чтобы... Что важнее, еда или бензин? По-моему, еда становится в данном случае менее привлекательной. Канистра с бензином, канистры с бензином. Да. По крайней мере, у нас будет, а то топлива мало. Забираем петли. Да, все-таки мы с вами оставили сухпаек.
Блин, мне бы больше древесины. У нас вообще древесины не осталось. Мы почти всю древесину с вами израсходовали. И как-то мало вентилей у нас появляется. Вы посмотрите, экспедиционная группа из 14 ячеек. Вообще класс. Ладно, подтверждаем. Пускай идет дальше. Ищи провода. Ищи провода, нам очень они нужны. Так, это у нас там починки идут. Маленькая фабрика. Конечно, конечно. Я хочу посмотреть, что ты найдешь на фабрике. В принципе, у нас Рональд с топором. Если вдруг что-то произойдет, можно будет с кем-нибудь пообщаться. Главное, чтобы у него не было огнестрела. А вот если мы на него еще оденем бронежилет... Так, да, давайте посмотрим, что у тебя тут. О, еще одна досочка, это хорошо. Все остальное... Нет, 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 нет. Как-то плохо на фабрике. Так, починка идет полным ходом. Я даже думаю, что... Ладно, еще раз. Рональд, 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 Рональд. Школа. О, кстати. А в школе-то мы еще ни разу не были. Конечно, давайте посмотрим, что же нас ждет в школе. Кислород у нас 83. Папа бездельничает. Может быть, те кроватки сказать пока что чинить. Девяносто процентов. Мамаша, ты, конечно, еще тот, но попробуй. Так, отвечаем. Так, давайте посмотрим, что у нас будет в школе. Спички используются для разжигателя-сжигателя. Еще одна стамеска. Еще одна пружина. Так, гвозди. Это... Деревяшка. Блин, сколько стамесок. Это уже третья стамеска. Нам игра просто всячески намекает, что тебе нужна эта стамеска. Ну, блин. Стамеска... А вместо чего брать стамеску-то? Все нужное. Провода нужны, петли безумно нужны. Мы сейчас потратим на улучшение петли. Петли нужны еще и для кровати, для ящиков. Ну, а, нет, для ящиков гвозди мы несем. Нет, к сожалению, школа... Единственное, что может предложить, пружины. Я бы, может быть, поменял бы пружину на шерсть, но нам нужны эти оба продукта для того, чтобы делать силки. Там как раз нужна шерсть и пружина. А вот что-то выкидывать, что-то мне вообще не хочется. Ладно, подтверждаем. Посмотрим, что у нас будет дальше. Вода потихонечку уменьшается. Скоро у нас там уже начнут кричать, что они грязные, да? Входящая радиопередача. Ладно. Да, давай посмотрим, что там у нас в домике. В домике, в домике, в домике. Я все жду, когда ты вернешься с канистрой. О, какой ты еще? Роджер. Помните такой фильм? Кролик Роджер. Вот, к нам идет как раз Роджер. Надеюсь, это не нахлебник. Честно сказать, ну, не хотелось бы, чтобы у нас был нахлебничек. Так, давайте посмотрим. И всегда интересно, если вдруг что-то интересное появится. Но, как я вижу, все как всегда. Кофейные зерна. Конечно, электрические платы можно было бы взять, но это не предмет первой необходимости. Все-таки пружина и шерсть мне сейчас намного важнее. Канистрами мы запаслись. Вот единственное, что с пластиком все плохо. Я бы хотел, чтобы у нас все-таки было больше пластика. Ладно, ничего не берем из этого, но не вижу смысла что-либо перекладывать. Так. Полевая буря на поверхности. Но у нас там девочка скоро закончит. А давайте ответим. Ты кто?
А, нет, смотрите, торговец, давайте поторгуем, поторгуем. О, антирадиационные таблеточки я у тебя заберу, вентили я у тебя тоже заберу. А вот, кстати, платы. Почему-то полезного никто ничего не несет. Такие в основном, ух, а, ну да, у нас таблетки, таблетки дорого стоят. Таблетки дорого стоят. Чемоданчик, блин, продавать не буду, а вот пакеты, я уже думаю, что, может быть, стоит продать. У нас валяется 3 пакета. Конечно, я понимаю, что это чуть-чуть. Но пускай будет 3 пакета. Так, давайте книжку, книжку, мишку. Книжка, книжка, мишка. Ладно. Запчасти. Ой, по единичке, по 2. Ну, нет смысла тебе это давать. Набор старателей. 10. Ну, слишком жирно будет. Я лучше тебе консервов дам. Если они по 10. Остальное придется водой добивать. Я не хотел тратить воду, но, наверное, все-таки придется. Транзисторов у нас сколько осталось? Скажите. У нас остались вообще транзисторы? В упор не наблюдаю транзисторы. У нас... Слушайте, а, нет, 18 штук. Слепундий, блин. Так, ну зато у нас 2 таблетки антирадиационных таблеток есть. И это очень хорошо. Конечно, жалко столько игрушек отдавать всего лишь на таблетки. Но раз уж мы отправляем без противогаза, нужно уметь принимать свои поступки. Ах. Конечно, мы можем убить кого-нибудь, например, послать, чтобы он с кем-нибудь там подрался, особенно на животных. Можно очень хорошо сплавлять людей. По необходимости дает пламя. Ну, кстати, зажигалки у нас нету. Может, еще и зажигалочку взять. Вдруг где-нибудь придется печку разжигать, а у нас ничего нету. Как говорится, а мы не запаслись. Ладно, все. Так, сколько у нас получается? Мы воды 16 штук отдаем. Ладно, не такая уж это и большая проблема. 16 штук, это не так уж и много. Успокоительных пока не буду давать. У нас, по-моему, все хорошо со стрессом. Хорошее самочувствие. А, ну это этот. Все, я понял. Продолжаем. Ладно. Торговля закончена. Да, соглашаемся. Так. Брайан. Брайан, давай, ладно, заканчивай. Иди попей. Я смотрю, тебя надо сменить. Ой. Прекратить экспедицию. Да. Давайте вначале ответим на радиопередачу. Да, осмотреть место. А теперь мы будем с вами заниматься передачей для торговца. Так, девочка, 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 девочка спать хочет. Но перед этим обязательно нужно вернуть костюм. Так, водяной фильтр. А вот кислородный фильтр мы, конечно, немножко... немножко поломался из-за пылевых бурь. Так, давай, 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 показывай, что у тебя есть интересного. Еще одна канистра с бензином забираем, еще одна книжечка забираем, изоленточку забираем, кожу я бы тоже забрал, но на нет и нет. А вот мне интересно, сколько в телевизоре после переработки может оказаться проводов? Хотя бы штучек... штучки 2, интересно, в нем есть? Или в поломанном радио? Слушайте, а у нас кожи, кстати, мало. Ух, у нас кожи. Кожи всего 2 штучки. А вот это тоже проблема. Сейчас надо будет посмотреть, что там у нас в селке. Может быть, в селке кто-нибудь застрял. А то начинаю задаваться вопросом. Ох, собирать шкуры или нет? Ладно, пока не берем, но на будущее будем иметь в виду. Так, нет, селок пустой, еще 7 раз можно использовать. Как-то животных мало было. Мало, мало. Хорошо.
Ладно, не буду пока что с ними разговаривать. И на этом давайте все-таки закончим. Всем огромное спасибо. Мы и так уже с вами 50 минут.